Тюмень обрушилась часть дома на улице Индустриальной. То же самое произошло ранее на улице Харьковской. Вопросы, которые сейчас волнуют многих, кто виноват и что делать. Об этом мы поговорим сегодня с гостями в студии. Это программа «За дело». Я Айгуль Рахматуллина. Здравствуйте. Ответы на непростые вопросы помогут найти жительница дома номер 52Б по улице Харьковской Елена Распопова. Корреспондент издания «Вслух.ру» Юрий Шестак. Заведующий кафедры архитектуры и дизайна Тюменского государственного архитектурно-строительного университета Александр Панфилов и руководитель филиала саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Национальный жилищный конгресс Тюменской области» Наталья Девицкая. Здравствуйте еще раз. Напомню, дом на улице Индустриальной уже давно имел статус аварийного и был расселен под снос в результате происшествия. Никто не пострадал. Тем не менее, территорию вокруг оцепили. На месте работали специалисты из МЧС. Вы сейчас можете видеть кадры, которые сняли наши корреспонденты. Работали не только МЧСники, да, работали специалисты скорой помощи, полиции. В скором времени дом будет окончательно снесен. А вот что произошло с домом на улице Харьковской, расскажет моя коллега Анна Княжева. Этот материал, который вы сейчас увидите и увидят наши телезрители, напомню, вышел в новостях ТСН сразу же после чрезвычайного происшествия. Обрушение произошло в половине девятого вечера. В это время почти все жители дома находились в своих квартирах. Мои сноха и сын, и маленький ребенок были дома. Был как хлопок, и они как раз она в комнате была, и пол заходил вот так ходуном, говорит. А у нее как раз сватья моя тоже пришла к ним. Вот, говорит, что, говорит, так каждый день, говорит, бывает. Ну, сами понимаете, дом ходуном заходил. Спасатели прибыли через несколько минут, и почти сразу стало ясно, людей под завалами нет. Жители сами провели перекличку и быстро установили. Все свои здесь. Помощь медиков потребовалась четверым. На скорой во вторую областную отправили одного человека. В областную клиническую больницу номер 2 с места происшествия каретой скорой помощи был доставлен один пострадавший. Медицинская помощь ему оказана своевременно, в полном объеме. Серьезных повреждений у пациента не диагностировано. В госпитализации в стационар он не нуждался, поэтому был направлен на амбулаторное лечение по месту жительства. Этот дом не был в списке аварийных, но считался проблемным. Журналисты нашей телекомпании снимали здесь сюжеты и в 2011, и в 2013 годах. Картина была всегда одна и та же. А в январе прошлого года здесь случилась серьезная коммунальная авария. Затопило подвал, дом разморозился. Управляющая компания провела восстановительные работы, а после старалась поддерживать пятиэтажку в нормальном состоянии. Это оказалось непросто. Дом давно нуждался в капитальном ремонте. Это еще как бы трещина не с того года, она уже... Я потому что была управляющая компания «Союз», они тоже говорят, что это было еще 5 лет назад, эта трещина начиналась. То есть они вели журнал, то есть смотрели, как у мычки. Ну, как бы динамика была положительная, то есть не было расхождения большого. Что привело к этой трагедии, я не знаю пока. Вместе с трещинами новой управляющей компании достались и коммунальные долги местных жителей. Собираемость и оплата получается 50%. То есть на данный момент я даже... Ну, большая сумма, около 800 тысяч, наверное. По словам директора управляющей компании, в доме собирались делать капитальный ремонт. Специалисты уже занимались разработкой проектно-сметной документации, но привести здание в порядок не успели. Выяснять причины будет Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил техники безопасности при ведении строительных или иных работ». На месте происшествия до сих пор работают спасатели. Они разбирают завалы. Жители дома размещены в гостинице «Колос». Смогут ли они вернуться в свои квартиры в ближайшее время, пока неизвестно. Сразу после спасателей на место происшествия приедет экспертная группа, которая оценит масштабы разрушений и определит дальнейшую судьбу дома. Пока находиться в здании небезопасно. Что дальше с домом? Они вчера его задавали. Значит, будет ли он сноситься, будет ли ремонтироваться и сколько нам времени жить вот во временном жилье или в гостинице. Судьба дома на Харьковской и его жителей находится на личном контроле у губернатора Тюменской области. Анна Княжева, Роман Чинахов, «Тюменское время». Еще раз напомню, этот сюжет вышел сразу же после ЧП. На месте события работал и мой коллега, журналист Юрий Шестак. Юра, хочется спросить, по твоему мнению, почему произошло это ЧП?
Вот выводы, конечно, сделают эксперты. Им предстоит еще поработать над этим. Я думаю, причины будут установлены перед тем, как дом снесут. То есть управляющая компания, которая взяла на себя ответственность за управление, за содержание этим домом. То есть есть сантехники, есть электрики, есть плотники, есть специалисты, которые... Есть мастер, который, в принципе, постоянно находится на каком-то доме и смотрит за ним. Этот дом аварийный. Ну, не аварийный, он официально не был аварийным. Но, тем не менее, вот и маячки вот эти, говорят, уже были. Ну, то есть, ну, тогда нужно было смотреть за ними более внимательно, почаще. И вот это расхождение стен, ну, это было просто тревожный знак. Ну и, конечно, и вина в том, что людей вот этих они видели, я подумал, что это опять, а возможно, то есть вот такого, как в фильме, извиняюсь за выражение, вот это, ну, название такое «Дурак», Юрий Быков, режиссер, один в один ситуация, в том плане, что как раз, ну, там нашелся человек, который увидел эти трещины, у нас тоже люди видели их, это все происходило на их глазах. И второй момент, то, что одна из женщин в этот же день заказала установку, вернее, ремонт блока, и он начал трескаться. То есть она обратилась с претензиями к тем, кто его устанавливал. Они посмотрели, были ошарашены увиденным, потому что этот блок начал трещать, по швам уже расходиться. Он говорит, проблема не в наших окнах, а в самом доме. То есть, и, в принципе, этот же специалист, ну, наверное, мог тоже какую-то тревогу поднять, могла поднять тревогу вот эта женщина, которая, ну, там, хозяйка квартиры. Елена Николаевна, вы жили в доме по соседству, с самого основания, это действительно так? Да. Дома эти, как две капли воды. Ваш дом, по вашему мнению, такой же злополучный, как дом 52А? Да, такой же. Я заехала в 71-м году. В подвале уже стояла вода. Дом долгострой. Он строился 10 лет. И парило. Мы неоднократно обращались. В 95-м году нас передали городу. И с того времени у нас ни разу не произведен ремонт. Сейчас, когда вот комиссия, собрание, люди совершенно другие, а проживали-то другие, и, видимо, это в основном квартиранты. То есть жильцам, в общем-то, было все равно отчасти? Потому что, да, всем. В основном квартиранты живут. Сейчас вы там не живете, ваш дом на Харьковской 52Б также расселили, да, и как да, дом 52. Да, 7 числа нам предложили выехать, мы выехали. Александр Владимирович, вот по одной из информаций журналистов, в строительном университете на занятиях преподаватели иллюстрировали дома по улице Харьковской как, ну, некий, что ли, наглядный материал, наглядное пособие, как строить не надо. По вашему мнению, в чем проблема этих домов? Ну, проблема домов, скажем так, изначального существования. Потому что эти дома, так называемые ранней хрущевской постройки, то есть относящиеся к 60-70-х годам, они изначально были рассчитаны на то, чтобы просто дать людям жилье. И срок службы их изначально закладывался 25-30 лет. Соответственно, этот дом уже прожил две своих жизни. Отсюда и накопление проблем. А если, как мы вот слышим, что и долгострой, что очень плохо сказывается на конструкции здания, и, в принципе, любые общежития, ведомственные дома, которые не предупреждают собственника, а, в принципе, половина советских домов собственника не имела, и уход не за своим всегда гораздо хуже. Соответственно, вот этот комплекс проблем, который накапливался снежным комом, оно и, в принципе, могло повлиять. А почему же дома такие показывают, как делать не надо? Потому что все эти здания, они рассчитаны, как минимум, на удовлетворение элементарного минимума человеческих потребностей, что не соответствует комфорту. Во-вторых, качество тех материалов, которых из них делалось, всегда было ниже того, называется, установленного норматива. Никто не планировал, что они будут так долго стоять. Капитализм пришел, и вот эта вот передача государственной собственности в частные руки, на мой взгляд, это исключительно мое мнение, было сделано неверно, потому что нельзя передавать собственность что-то, что изначально имеет дефект. Нельзя их было бросать. За ними надо было следить точно так же государству.
Но кто должен был следить? Эти дома передали жильцам, они их приватизировали, и по факту ведь они за ними не следили. Вот, пожалуйста, вам пример приводит, да, Елена Николаевна, то, что в большинстве своем эти квартиры сдавались. В первую очередь должны были следить жильцы, потому что они этот дом видят каждый день, каждый час. И они должны были сигнализировать управляющей компании о проблемах. Каждый день, каждую неделю. Управляющая компания обязана была реагировать на это. Потому как следить за всеми домами, да, возможно, но это ставить человека каждому дому просто нелогично. Здесь люди живут. Поэтому в первую очередь это все-таки жильцы. У нас вообще есть у собственника жилого помещения в многоквартирном доме обязанность следить как за своим личным имуществом, своим жилым помещением, так и за имуществом, которое находится в общей долевой собственности. Обязанность следить, обязанность согласовывать и утверждать перечень работ управляющей компании, обязанность эти работы финансировать. Ну, то есть мы очень хорошо все знаем свои права, но как дело доходит до наших обязанностей, мы сразу забываем. Либо мы помним, кто что обязан нам, но при этом мы говорим, вы обязаны сделать то-то, 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 когда вопрос стоит, а за какие средства, всегда почему-то находится уловка сказать, ну мы же вам платим. Ну вот это напоминает очень плохой анекдот с точки зрения, ну вы делаете вид, что вы нам платите, а мы делаем вид, что мы работаем. В чем, по вашему мнению, самая главная проблема вот этих домов? Вообще очень большая проблема в нашем обществе сейчас. Мы все думаем, что мы приватизировали квартиру, и она у нас вот так в воздухе висит. Ну, то есть мы дверь квартиры закрыли, пошли, и все, у нас же там все хорошо. А мы же идем вот здесь по лестнице, дальше мы идем по своему дворику, ну, пусть маленькому, неухоженному. Но вот когда мы вышли за двор, вот тогда наш дом закончился. В продолжении нашего разговора мнение заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. Вот что он рассказал моему коллеге Роману Явнучеву в программе «Главная тема». Давайте послушаем. Единственная ценность у человека, у многих, это квартира, доставшаяся в процессе приватизации. И, соответственно, конечно, получив такой подарок, человек ничего не изменилось в его имущественном положении, он не в состоянии зачастую нести бремя содержания этой собственности. И рухнувший дом, да, или угол, это же ведь как раз вот яркий пример, когда собственники там имели колоссальные задолженности за жилищно-коммунальные платежи, когда собственники не вкладывали денег в капитальный ремонт, знали о состоянии этого дома. И возникает такая конструкция. Сегодня вроде собственники ходят и говорят, признайте наш дом аварийным и подлежащим сносу. И требуют от власти этого, и выглядит, что власть сопротивляется и не торопится это признавать. Почему? Да потому что если их признают, то рано или поздно нужно будет включать в программу переселения, а потом стараться за счет бюджета предоставить им эквивалентное жилье. Тогда получается логика. И мне люди спрашивают, живем в двух домах, одинаково построены. Mm-hmm. Трудились на одном предприятии. Ну вот у нас тут коллектив сложился, мы дом содержим, его, так сказать, периодически ремонтируем и все, и он в нормальном состоянии. А рядом тут пили, гуляли, пили, плясали. Запустили, и вы его дом, их признали аварийным, и вот они уже переселились за бюджетный счет в новое жилье и продолжают там также на балалайке играть. Елена Николаевна, хочется понять, вы как собственники, что делали для того, чтобы ваш дом был в порядке? Чтобы коридоры были чистые, чтобы лестницы были исправные? Ну, лестницы у нас убирала уборщица. А то, что в коридорах, мы это по очереди сами жильцы убирали. Ну, конечно, не во всех коридорах, но тем не менее... Все ли жильцы были активны в одной единственной цели – сохранить имущество, сохранить дом, в котором вы живете? Да нет, не думаю. Нет, не все. Я почему спрашиваю? Потому что специалисты говорят о том, что коммунальные услуги не оплачивались, и на большинство собраний жильцы не приходили. Это действительно так? В основном эти наши комнаты покупают для того, чтобы... сдать в аренду. Конечно, если к
квартиры съемщика нет, а почему же этот квартирант пойдет на собрание? У вас наверняка есть активисты, да, в доме были. Вы каким-то образом сами собирались, подписи собирали? Собирали. Да. У нас этих документов, писем, жалоб целый чемодан. Никто вот даже пальцем не пошевелил. Во-первых, заставили приватизировать. Вы привыкли, как в советское время говорят, стройтесь, мы строимся. Шагайте, шагаем. Ладно, приватизируйте. Вот придешь оплачивать этот за квартплату, вот приватизируйте, приватизируйте. А по своему незнанию, конечно, мы приватизировали. А дом-то нам не сдан. Он был уже на грани разрушения. Вы как считаете, лежит ли груз ответственности на вас, на жильцах? Ну, в некоторой степени, да. А так, по большей части, кто виноват? Юр, сейчас очень много обсуждается эта тема и на форумах в том числе. Да, есть одна из информаций о том, что вина жильцов не только в том, что они не собирались там на собрание, да, или там коммуналку не оплачивали, но в том, что они еще и делали незаконную перепланировку. Тебе вот об этом что известно? Перепланировки, мы их все отлично видели, вы показали вот эту обрушившуюся стену торцевую. Там было видно, что у каждого душевая стоит комната. То есть, как мы знаем, то есть душевые, ну, в принципе, вот у Елены Николаевны, у нее было разрешение, да, получили разрешение на перепланировку. Я хочу вас спросить, возможно ли было избежать этого ЧП? Возможно. Вот это отверстие, там человеческий, там мог большой вот человек, грузный мужчина, свободно зайти вот эту дыру в корпусе. Тем не менее, ее никто не заделывал. А буквально осенью меняли колодцы, трубы, и ребята вот эту стенку заделали уже в октябре месяце. Вот та стена, которая рухнула. Сверху замазали, да? Сверху косметический ремонт сделали, да, как обычно. Кирпич. Там вот таких заплаточных масок. В один ряд кирпич выложили. Наталья Михайловна, вы как считаете, можно ли было ЧП избежать? Или здесь как по накатанной, вот как снежный ком? Один ну, плохо сложно. Замазал, другие просто знаете, мимо проходили. Сложно вообще говорить, чтобы говорить, можно или нельзя, надо смотреть вообще, что предпринималось. То есть либо там какие-то экспертизы заказывались, проекты заказывались, ну какие-то изыскания делались, посмотреть причину образования трещины. Или просто поставили маячки и за ней следили. Опять же вопрос, чтобы заказать экспертизу, на это нужны средства. Чтобы собрать эти средства и определить, для чего они собираются, нужно собрать собрание. Собрание не собираем, вопрос не выносим. У управляющей компании право собирать собрание, быть инициатором, такого нет. Есть право и инициатива собрать собрание только у собственника. Очень сложно людей собрать. И все ждут. Ну, пусть вот сосед сделает, только не я. Начинаешь людям предлагать там что-то делать, только не я, только не я. Мы боимся ответственности, мы боимся что-то сделать на доме. Но дом-то наш, в конце концов. Вот Вячеслав Михайлович абсолютно правильно говорил. Мы получили даром собственность, но мы не понимаем, что с ней делать. И главное это, что желания-то нет. Дачу на 400-ках мы построили, и нам там нравится. И мы за домиком следим, и фундамент в порядке поддерживаем самостоятельно. А вот здесь пусть кто-то сделает, государство, например. Нет, ну опять-таки мы говорим о том, что в частном доме там есть хозяин. Здесь хозяин, любой коллективный разум, он всегда недееспособен. То есть мне кажется, вот как вот такая организация, как собрание, вот проведение собрания, то есть она не совсем не может быть ну, неэффективна. Есть такое объединение товарищества собственников жилья. Ну, это юридическое лицо, форма управления. Пожалуйста, в ТСЖ есть правление 5-6 человек, сколько угодно, которые реально могут о чем-то договориться. Хорошо, не хотим ТСЖ, не хотим дальше договор управления, обслуживания, не хотим. Есть совет многоквартирного дома. Пожалуйста, собирайтесь. Но только, опять же, нужно либо слушать свою управляющую компанию, то, о чем она говорит, и где-то соглашаться, искать компромиссы. Либо, если вот то, что бытует зачастую, какая-то тетя Маша, которая может громко кричать и сильно топать ногами и много жаловаться, вот она в совете дома. Ну, скажите, что она может решить? Ну, то есть
надо же еще понимать и знать эту работу. Это же не просто так, эксплуатация дома. Но эта ситуация, которая произошла, она заставила многих задуматься. Я хочу у Елены Николаевны спросить, вы для себя наверняка какой-то урок вынесли из этой ситуации? Вот сколько раз было собрание из управляющей компании, никто ни разу не пришел. Союз отправили, когда они меняли компанию, не главный инженер, не директор, а пришел сантехник. Это что? И тут же обвиняйте собственников. А что сделает собственник? Мы что, сами полезем этот подвал выгребать? Который вот, неправильно там канализация вот сделана. Давайте спросим, никто собственников не обвиняет. Но с вас тоже ответственности мы снять не можем. Давайте вас спросим у Натальи Михайловны. Если собственники в данном случае были недовольны управляющей компанией, что они могли сделать? Ну, во-первых, у нас у собственников на самом деле очень обширные в этом плане права. А если управляющая компания со своей стороны, ну, со стороны управляющей компании, договор управления расторгнуть не может, по сути, по своему собственному желанию, то собственники в любой момент могут поменять данную управляющую компанию, если она их не устраивает, на любую. Я понимаю, я вам сочувствую на самом деле, причем даже, наверное, по-человечески сочувствую гораздо больше, чем можно подумать. Но вот мы живем с вами в такой реальности, к сожалению. Да, нужно было найти или найтись самим, или инициативную группу собрать, поискать в округе управляющие компании. Они же у вас есть, и вы как бы, ну, не одна эта управляющая компания, не одна управляющая компания «Союз». Возможно, вам что-то обещали, возможно, вам что-то говорили, возможно, не хватило просто вот этого терпения, чтобы дойти, добиться упорства, может быть, какого-то. Ни в коем случае не хочу ни вас лично обвинить, ни ваших соседей по несчастью, что называется, ну, чисто по-человечески, но вот закон вот он таков, и, к сожалению, наши собственники в большинстве своем еще, возможно, не до конца именно знают именно обязанности свои. Есть большой пример домов, и есть такие дома, когда собственники еще до программы капитального ремонта собирались и принимали решение. Самостоятельно. Нам нужно капитально отремонтировать подвал. Будем собирать 5 рублей с квадратного метра, через год нам сделают то-то. Другие, следующий год еще 5 рублей с квадратного метра, сделают то-то. Есть такие дома, принимают такие решения. Но таких инициативных жителей очень мало, да. Я хочу свой вопрос повторить, Елена Николаевна. Какой вывод? Как дальше жить будем? Вы переедете в другой дом. Что самое важное вы для себя из этой ситуации уяснили? Я так думаю, я совершила большую ошибку, когда приватизировала. А сейчас что? Ну какую компенсацию нам выдадут? То жилье, может, только хватит на теплотрассу, койко-место на холодильной. Понятно, что проблемных домов в Тюмени очень много, да, и в одночасье снести все эти проблемные дома не представляется возможным, переселить всех жильцов. Тогда я хочу вопрос таким образом поставить, что каждый из нас может сделать, что может сделать каждый из нас как собственник жилья? Мне кажется, вот этот институт старшего по дому нужно развивать в этом плане, то есть как-то учить их. Какую-то зарплату, может быть, даже давать им, чтобы жильцы, вот копеечку тоже, они понимали, что они платят тому человеку, которому они доверяют, который будет принимать работы. Есть и то, о чем вы сейчас говорите, есть советы многоквартирных домов создаются, председатель совета, и жители, заметьте, не управляющая компания, а жители сбрасываются ему по копеечке, выплачивают какую-то заработную плату, чтобы он активно взаимодействовал с управляющей компанией. Александр Владимирович. Вас прошу, как вы считаете, чем мы, собственники, можем помочь себе сами? Ну, в самом деле, в первую очередь, это собственная гражданская ответственность. Но в то же время я бы не спускал со счетов в тот момент, что нужно четко обозначить обязанности и управляющей компании. Мы, как собственники, да, выбрали или получили к себе в подарок в дом ту же управляющую компанию. Вот как вот говорят, одна пришла, ничего не сделала, ушла. Вторая пришла, ничего не сделала, ушла. Но они же получали ту же самую квартплату, получали деньги на, скажу так, получали доход. И ничего не делали. Так вот, почему следующая компания, приходя, да, не спросила, а что вы сделали? Почему вы не выполнили свои обязанности? А как же управляющая компания? Сначала одна пришла,
Потом вторая пришла. Они что, сами пришли? Ну, вот говорят же, назначали. Ну, кто-то же ведь подписывал протоколы. Ну, вот, как я понимаю, муниципалитет назначил. Как муниципалитет назначил? У них есть протоколы. А выборы непосредственно... Хорошо, заочно проголосовали за непосредственное управление. И в протоколе указано заключить договор вот с такой-то компанией. Заочно решили заключить договор с такой-то компанией. Не может сейчас управляющая компания сама прийти. Я думаю, что начинается лицензирование, она эта проблема обострится. Как раз вот такие дома, которые аварийные или близко к аварийному состоянию, управляющие компании, я думаю, в какой-то части начнут от таких домов отказываться. Но это тема уже другая совершенно тема, но она имеет место быть. Не бездействуйте, будьте активнее и берегите дом, в котором живете. Наша собственность в наших руках. Это была программа «За дело». Я Юлия Рахматуллина. Если вам есть что сказать, пишите в группу телеканал «Тюменское время» ВКонтакте. Ответы на самые острые вопросы и пути решения проблем мы постараемся найти вместе. До встречи через неделю.